Всем привет! На моем небольшом канале. Для тех, кто видит меня впервые, меня зовут Яна. И сейчас я проживаю в Индии, в городе Мумбаи, со своим супругом Халидом и маленькой дочкой Амилией. А меня мамика моя дочка. Мамика твоя дочка? Угу. Хорошо. Меня зовут Амилия. Сегодня у нас очередной вечер и очередное путешествие. Как видите, я записываю уже видео из машины, потому что, как обычно, мы собрались за секунду. Мы поехали по врачам. Сегодня Халид посещал своего эндокринолога и пульмонолога. Мы дважды переболели ковидом. С Халидом осталось куча осложнений, которые мы лечим по сей день. В общем, сегодня он на осмотрах, и после этого мы поедем гулять и, конечно же, берем вас везде всегда с собой. И за полный осмотр пульмонолога мы заплатили 2000. А тут Халид бежит от кардиолога, где мы оставили еще 1500. Нет? А что это там такое купил? Ого! Сегодня у нас день мужчина, это значит, что всем мужчинам нашей семьи мы сегодня покупаем курты, потому что на этой неделе заканчивается пост и будет празднование. В общем, подарки покупаем всем, и мужчины не исключение. И вот тоже посмотрите, какая красота. Это свадебные курты. Свадебные, праздничные. Ну, вот видите, какие нарядные. Но, к сожалению, Халид не носит индийские наряды. Как вы видите, ни разу не было, чтобы он надел курту. В этом году я смогла его уговорить. В общем, попробуем. Посмотрим, оденет ли он полный сет. Обычно на какие-то крупные праздники мужчины одевают белые курты, белые либо светлые, поэтому в этом году мы решили купить всем по белой курте. Вот это тоже очень красивое, но в ней безумно жарко. В общем, мы все это время выбираем. Уже прошло минут, наверное, 30, потому что покупаем для всех, включая и братьев, и отца, и самого Халида. В общем, всем выбираем. Всем приятного чаепития. Кстати, вы заметите, как блестит мое кольцо? Я вам сейчас покажу, почему.
Сейчас время 3 утра, и мы уже легли спать, как я услышала звук, что происходит, и пришла посмотреть. В общем, Халид купил специальное средство, чтобы очистить мое серебряное кольцо, которое мне подарила свекровь. Вы наверняка его частенько видели в видео. В общем, смотрите, чем он занимается в 3 утра. Не сказала о том, что он почистит зубы сразу же после этого, этой же щеткой. Вот что не сделаешь ради любви. Ага. Значит, это все, да? А вот. Это кольцо мне подарила свекровь, и ей его подарили на рождение Халида. Вот так. Насадку мы, конечно же, поменяли. Ну вот и все. Мы наконец-то дома. Я вам покажу сейчас, как выглядит брат Халида в новой курте. А всех остальных вы увидите уже непосредственно на праздник. И вот такую красивую курту мы купили на виду. Очень красиво. Very nice, на виду. Спасибо вам большое, что сегодня были с нами. До новых встреч и пока-пока. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки.